Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Лухманов Максим Иванович. В моей следующей лекции мы поговорим об актуальных проблемах участия нескольких подрядчиков в выполнении работ по договору подряда и практике применения судами статьи 707 Гражданского кодекса. В ходе лекции мы рассмотрим соотношение судебной практики по статье 707 с практикой применения статей 321-322 общей части обязательного права, обсудим причины выявленных расхождений, а также пределы солидарной ответственности нескольких подрядчиков при заключении каждым из них отдельного договора с заказчиком на выполнение идентичных либо различных по своему характеру работ. Смотрите нас на видеоконсультант.